Американцы на данный момент задались вопросом, что случилось. Мы ездили на таких роскошных автомобилях, а теперь нас посадили на пластмассовые мотло. Там, за океаном, они задали себе этот вопрос. Почему? Где нет ремней безопасности? Мне не надо. Она держит туда. Дело вкуса. Кому-то нравится Hyundai, там новые, там у меня есть кондиционер, у меня есть стеклоподъемники. Я лично за этим не гонюсь, мне нравится классика. Мне передается какая-то вот атмосфера тех лет. Нравится это одно, а купить это другое. Что больше по душе, новые автомобили или ретро? Я, наверное, буду патриотом своей торговой марки и все-таки пожелаю каждому покупателю выбирать новый автомобиль, оценить его преимущества и все-таки, так сказать, уже двигаться в ногу со временем. Новые автомобили стоят намного дороже. Есть нюансы, но будем говорить, наверное, все-таки соотношение цены и качества и преимуществ, которые есть в новом автомобиле, они, на мое мнение, все-таки превосходят все остальное. По-любому восстановленные имеют свою душу. Они, так как старые автомобили, люди их восстанавливали, вкладывали свои денежки, душу, усилия, время тратили. Поэтому те машины ценны как с духовной стороны. А новая машина, она чисто возит свою по ту точку, по городу. Ретро — это больше для души машина.